Подставой для такого профилактичного проекта стал рост захворываний и смертности от хвороб системы кровозвороту. Только в Бресте зарегистровано больше за 72 тысячи человек с захворыванием сердечно-сосудистой системы. Цель этой акции, скажем так, даже не столько выявить, хотя, естественно, скрининг определенный проводится, выявляется патологии, но обратить внимание самого человека на свое состояние, потому что болезни сердечной и сосудистой системы, они у нас, к сожалению, занимают первое место среди инвалидизации, среди смертности, особенно трудоспособного населения. Тут можно было отримать консультацию кардиологов, эндокринологов, офтальмологов и терапевтов. И все это после попереднего обследования. Вымирали артериальный, внутривочный тиск, робили электрокардиографию, УГД сердца, проводили анализ крови на глюкозу и иншие показчики. Бывают ситуации, когда мы выявляем у некоторых пациентов впервые очень серьезные диагнозы. Таких, конечно, мы пациентов направляем к себе в лечебное учреждение и дальше с ними работаем более серьезно. Если какое-то небольшое заболевание, то есть первая степень артериальной гипертензии, мы даем здесь рекомендации по лечению, выписываем рецепты, как положено пациентам по их лечению артериальной гипертензии. Если какой-то патологии у него нет, мы просто даем рекомендации по коррекции его образа жизни. Желающих пройти экспресс-диагностику оказалось шмат. Брестский мясокомбинат является социально ориентированным предприятием, и на каждого сотрудника у нас есть медицинская страховка. Однако в силу определенных причин не каждый человек имеет возможность посетить тех либо иных специалистов. Для нас это уникальная возможность обследовать своих сотрудников без отрыва от производства. Про плюсы таких обследований кажут все и медики, и супрацовники предприятия. Очень хорошо. На предприятии организована такая работа, и не надо записываться к нашей поликлинике, в которую очень трудно записаться. Спрашиваться с работы как бы не очень удобно. А когда придешь, на час вырвался с работы, прошел всех специалистов, и ты уже знаешь свой анализ и диагноз как бы намного проще. Многие после акции мают намер идти уже у своей поликлиники по месту жихарства, как протягнуть уже больше дбайное обследование, альбо звернуться до конкретных специалистов. Доказано во всем мире, что затраты на здравоохранение, они очень высокие, и в принципе мы результатов добиваемся не таких хороших в результате этого затрат. Гораздо больше получается результат, если изменить факторы риска. Затраты минимальные, а результат очень высок. Главное – профилактика, кажут медики, и робить усё, как попередить хворобу.